Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с вами мы будем выполнять очень и очень сложный челлендж. Что это за челлендж? Мы будем делать то, что нам скажет мама. В этой серии я познакомлю вас со своей мамой. Но хочу тебя сразу предупредить, то, что моя мама очень злая женщина. У нее всегда в руке нож, и она всегда готова убить любого, кто попадется ей на глаза. Поэтому аккуратней, аккуратней, когда будешь знакомиться с моей мамой. Добро пожаловать в игру Cooking Mama, готовящая пирожки, курочку мама. В этом видео нам вместе с мамой нужно приготовить ужин. Для меня, для моего бати, как раз таки для этой самой мамы. И главное, нужно сделать все, чтобы маму устроила этот ужин. Потому что если нет, вот этим ножиком, который у нее в руке, она нас... немножечко так прирежет. Ставь лайкусик, если тебе нравятся флеш-игры, и если хочешь продолжение. Давай наберем 20 тысяч лайков. Я обещаю то, что я выпущу продолжение Cooking Mama 2, потому что есть вторая часть. А мы с вами приступим. Как тут написано, мама любит убивать животных. Посмотрим, правда это или нет. Хорошо, мам, я готов помочь тебе. Нам нужно приготовить индейку на ужин для всей семьи. Ладно, давайте приступим. Нужно убрать все перья твоей мышкой с мертвой индейки. Хорошо. Да? Ай! Так. Ай-яй-яй! Вот как это делается! Так, подождите, подождите. У меня еще и время, у меня еще и на время это все делается. Мама, подожди, как это сложно убирать! Почему у меня вся рука в крови? Мама! Выполнено! Так я же вроде не все. А too nice! Ну то есть я мог бы сделать лучше, да, мне кажется? Ладно, давайте попробуем получше сделать. Все перья, все перья, все перья. Я буду лучше, чем моя мама-убийца. Я буду лучше, я все перья сорву. Дай последний, да! А лучше, чем мама! Мама, ножик свой спрячь! Вот на самом деле, когда я с мамой готовил ужин, когда я жил в Португалии, было примерно вот так же, да. Мама, правильно режь лук, правильно нарежь помидоры. А чё ты там неправильно сделал? Хренакс по пальцу, чуть палец не отрубила. Было такое пару раз. Не, я шучу, мама у меня хорошая женщина, я очень сильно люблю, поэтому не подумайте ничего. Мы с мамой всегда ладили, я ее всегда бесил каждый день. Но мне кажется, сейчас ей полегче, потому что я от нее съехал, поэтому нормально. Используя твою мышку, просунь руку внутрь индейки и вытащи все органы, поместив их... тазик. Ладно. Приступим, мам. Так, вытаскиваем, вытаскиваем почку. Вытащили почку, вытащили. Опа, желудок, желудок, желудок. Вытащили сердце, вытащили. Чё там у нее еще есть внутри? Чё там? Чё? Справился! А лучше, чем мама. Мама, да я у тебя вообще повар. Кто не знал, такой быстренький факт, я всегда хотел быть поваром, честно вам говорю, всегда хотел быть поваром, и примерно 2-3 года назад я даже хотел поступать на курсы повара, но что-то пошло не так. Ладно, первую миссию мы прошли, мы выдернули все перья, и мы вытащили все органы. Мы справились, мама, не режь нас, пожалуйста, я хороший сын, я хороший сын, не режь. Так, мне нужно ее как-то зафаршировать, да, то есть... придумать какие-то ингредиенты, которые можно засунуть внутрь индейки, чтобы потом ее зажарить. Хорошо. Используй свою мышку, раздолби яйца и также помести их в тазик. Хорошо, мама. Погнали! Ай! Я уже не справился. А чё, в смысле? Как? Как? Чё-то... Это, конечно, все очень хорошо, то, что я справился, но пишет то, что я слишком плохо справился. Ладно, давайте еще раз попробуем. Как? Ага. Ага. Как? Я не могу... Вот, сейчас попал. Как? Че так сложно? Ху! Ебой! Сейчас на 100% справился, хорошо. Лучше, чем мама. Белиссимо, мама мия пампалалия. Нажми на ингредиенты и помести их в тазик. И потом все это хорошенько перемешай. Ладно. А, так, 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 так. А, ингредиенты подсвечиваются, да? Ага, масло. Сейчас, ага, вот эту фигню. И яички, да? И сейчас перемешай. Как? 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 Ага, все выполнено. Почему-то оно там не крутилось, не крутилось. Лучше, чем мама. Я повар лучше, чем мама. Возьми всю эту начинку и прям... пропердоль вот это все в индейку. Хорошо, мама, сейчас им будет сделано. Господи, помилуй.
Так, опа, опа, набиваем индейку, набиваем. Ой, случайно что-то выронил. Ну все, я уже не буду лучше, чем мама. А не, буду. Лучше, чем мама. Минер зен мама. Следуй инструкциям и отрежь голову. Голову? Господи помилуй. Мам! Мам! Где? Не смотрите! Не смотрите на это живодерство! Не смотрите, пожалуйста, на это... Как? Лучше, чем мама. Я отрезал голову индейки лучше, чем мама. Ладно, мама. Что ты нам еще приготовила? Нажми на кнопку включить, когда температура достигнет оранжевой отметки. Угу. Хорошо, хорошо. А, точнее... А! Отключить! Так, выполнено. Лучше, чем мама! Лучше, чем мама! Лучше, чем мама! Так, хорошо. Выполнено. Вторая миссия выполнена. Замечательно просто. Лучше, чем мама. Как вы поняли слоган этой серии? Лучше, чем мама. Хэштег лучше, чем мама. Хэштег Эдисон лучше, чем моя мама. Следующее. Нам нужно приготовить соус. Соус. Давайте. Следуя инструкциям, отрежь шею индейки и подели ее на три части. Мама, ты, конечно, живодерка еще там. Господи, помил. О! Как? Чё-то это слишком как-то сложно. О, успел. Господи, бедная индейка. Мы издеваемся над бедным животным. Ребята, мне его жалко. Лучше, зато лучше, чем мама. Включи газовую плиту и помести все ингредиенты. Это пожатый в срагу, живодерка, сейчас я все сделаю. Так, включить, да? Ага. Опа, включил. Дальше. Масло. Дальше, что? Вот эту фигню. О, господи, как же это противно выглядит. И бульон. Ага. Как? Чё так сложно? Чё так сложно, эта фигня дрыгается? Аху. Ладно, мама, что ты нам еще приготовила? Используя мышку, оторви оставшиеся части тела. Чё? А-а-а, выбрось. Господи. Фу, лапы. Фу, кишки. Фу, перья. Фу, кости. Фу, органы какие-то. Это, которое осталось в этом бульоне. Да, вот это вся фигня. Мама. Мама. Почему у меня такая мама? Выполнено! Я приготовил индейку. Я сделал для нее начинку. Также я сделал для нее еще и соус. Фу, мама, я надеюсь, что на этом все, я справился. Спасибо за то, что ты смог сделать сердце мамы лучше. Ты разблокировал бонусный уровень. Мама любит животных. А, то есть игра называется «Мама убивает животных», а сейчас я сделал из мамы хорошую маму, и она сейчас любит животных. Ну, хорошо, бонусный уровень, давайте посмотрим. Так, мама любит животных. Используй свою мышку, чтобы приготовить тесто. А, то есть, как я понял, в этом уровне мы вообще никаких животных убивать не будем. Это мирный уровень, то есть вегетарианский, вот так можно сказать, да? Так, это тесто, да? Мы замешиваем тесто или что это? Я не понимаю, что это за шарики прыгают? Это не похоже на тесто. Лучше, чем мама, лучше, чем мама! Дальше, следующий уровень. Так, это тесто, да? Сейчас мне нужно вот так крутить, что-то делать. Не понимаю, что. Ага. Ага. Тут... Ай, тут по стрелочкам все нужно делать. Я что-то не так делал вообще. Выполнено. Вот сейчас я замешал тесто, это тесто. Хорошая мама больше не убивает бедных животных. Готовь приготовить какой-то соус, хорошо. Или, или наполнить. Ага. Мама, чё я делаю? Выполнено. Это пирог какой-то, лучше, чем мама. Опять плиту включить, хорошо, давайте включим и остановить на оранжевом, да? Когда будет на оранжевом. Так. Опа, иди, белиссимо просто. Хорошо, ага. Выполнено. Я тут даже могу похлопать. Мы с вами еще те повара. Следующий уровень. А, следующего уровня нет, потому что мы уже все прошли, да? Мы сделаем маму счастливой!
мама любит животных. Как это мило. Видишь, убивать животных плохо. Это пишет там на экране. Я просто, ну, в English. Будь хорошим, будь вегетарианцем. Все что угодно, но вегетарианцем я никогда в жизни не буду, поэтому извините. Фу, как-то мы быстро прошли всю эту игру. Опа, экран покрылся кровью, замечательно. А, ребят, если вам нравятся вот такие прохождения, если вы хотите больше каких-то других игр помимо Майнкрафта, напиши это в комментариях и также влепи огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик. Если наберем 20 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет следующая часть Cooking Mama 2 или какая-то другая игра. Иногда же нужно просто делать перерывчик от Майнкрафта. Ребята, всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.